сегодня Хэллоуин, и я решил первый раз в жизни покраситься в какого-то персонажа, превратиться в какого-то персонажа, и думаю, это будет Джокер. Я сейчас еду на грим, посмотрим, как это все будет проходить, я буду снимать, и все увидите. Мы ездим на метро. Меня видите таким, но через 2 часа я буду Джокером. Приехал я на Печерск. А где? Кто меня встречает? Алло, возле Мага, Макс всего один, и я уже здесь. И никого нет. Ну ладно, ладно, мы подождем. Мы не гордо. Мин. Окей, Мин жду. Если Мин, то будет. Мин, это может быть значит что-то и... другое, не минута. Прошла минута, прошла вторая, но в принципе грех жаловаться, так как мне бесплатный грим делают, и это уже хорошо. Подожду еще чуть-чуть, хоть и холодно, но ничего страшного. Короче, ребята меня привели, я не знаю куда, и походу я боюсь, что меня хотят здесь... А, все нормально, здесь я вижу грим столы, так что все нормально, я буду живой. Они отмоются? Да, не переживай. Я как доказательство могу тебе показать фотографию с моими синими волосами. А через сколько они отмоются? Как голову помоешь. Да? Да. Не переживай. Переживай. Это вот эта штука надо украсить? Да. Мы сегодня парню делали бороду ему пшикали. Короче, да? Так прозрачно, у него такая синяя. Борода. Синяя, покинь. Мне не надо синие волосы. Мне надо зеленые, как у этого. Тебе показать фотку, ты знаешь? Да я знаю, у тебя просто... Ты же брюнет, у тебя прям черные-черные. Не думайте, это не стрипуха. Короче, что ты уже делаешь со мной? Я уже начала. Да. Запомните его таким. Запомните меня таким. Пока еще нормально. Но потом все дети будут писаться при виде меня. Да-да-да. Плачу. Ну что там по Джокеру? Вроде... Вроде гуд, нет. Чего? Чего? Ну что, ребята, гляньте, какая прелесть. Ну, почти похож. Да почти, да ты вылитый Джокер. Все, спасибо тебе. Пожалуйста. Я не рекомендую вам ее. Короче, ребята, это было долго, это было долго, нудно, но прикольно. Хороший опыт. Киски, ждите меня. Ждите. Спасибо тебе. В общем, ребята, я иду уже по улице, мне очень холодно, зато я такой красавчик, я Джокер. Короче, мы уже едем в машине. Сейчас едем за моей малышкой. Ребята, пусть люди смотрят, но это весело. Короче, никто не узнает, и это самое главное. Ха-ха-ха.
костюма огонь. Не холодно? Только костюм огонь. Ты тоже классная. Просто ладно, спасибо. Все, дальше, давай. Что заслепило? О. Светка. Напиши, что красишься в блондинку. Это блог. Видишь, тут тоже блогеры сидят. Но мы не будем их пиарить. Правильно? Боже, що робить? Що робиться з моїми косима? Подожди, а вона отмоється хоча б? Ні, звісно. За день. Ты будешь блондином теперь? Нет, не хочу. Но мне с белыми волосами пойдет. Я буду Мерли Мэнс. Передай привет. Привет. Это как тебя зовут? Яна. Яна? Это Яна, знакомьтесь. Я знал, как тебя зовут, это я для вас спросил. Привет, любимая, ты извини, но я крашусь в белый цвет, и я буду теперь натуральный блондин на всю страну такой один. Что там? Сюда посмотри. Спасибо тебе, Алин, что ты сделала мне такой образ. Я... Ну что, наконец-то финиш. И мой образ готов.